Привет, сегодня я снимаю сериал «Нелюбимая дочь». Так, это нелюбимая дочь, это любимая дочь, это мама, это папа. Так, открываем звук. Вот, доченька, это наша кухня. Но ты туда не заходи, только готовь еду. Это наша комната. Твоя комната, малышка. Так. А вот там вот уже ванная. Давайте пошлите спать, а то уже поздно. Поздно. Вот, иди, малышка, спи. Пошли, дорогой. А где я буду спать? На улице. Ну там же холодно. Ладно, пора им завтрак готовить. Так, тарелочки. Сестре. Маме. Папе. Так, чай забыла. Чай. Закрываем шкафчик. Так, возьмем курицу. Видите? Сделаю я им яичницу с беконом. Так, берем бекон и яичко. Так, простите, сейчас. Простите, я буду все это на полу делать, потому что на столе неудобно. Хорошо, не против, хорошо, не против. Так, это надо положить туда, жарить. Сейчас будем делать напиточек. То есть наливать напиточек. Маме. А у сестры молоко ей все равно не нужно наливать. Так, уже достаточно пожарилось. Так, пора звать всех кушать. Мама, папа, кушать. Сестра, кушать. Почему она меня разбудила? Что такое, дочь? Что такое, доченька? Она меня разбудила. Ладно, давайте кушать уже. Пусть забывает это все. Давайте уже пойдем в магазин одежды. Даша, что? Пошли с нами в магазин. В мол. Только мы тебе ничего не купим, только Катеньке. Ладно. Моля. Так, доченька, пойдем тебе покупать электронику. А тебе мы даже ручку Apple Pencil не купим. Ну ладно. Выбирай, доченька. Ну, наверное, я выберу котика такого и такого котика. С Apple Pencil. Так, нужно взять пакет. Ладно, Даша, можешь выбрать.
Можешь выбрать себе планшет. Или только телефон. Что-то из этого, но только одно. Поняла? Да, поняла. Так, я куплю себе... Ладно, можешь купить и то, и другое. Это и это. Даже если бы ты не захотела бы это, тебе бы все равно не дать. Это твое. Ха-ха, неси. Ладно. Пошли, мама и папа. Будете покупать мне одежду. Пошлите. Пошлите покупать маме одежду. Сначала мне купим одежду. Так, уже одежду выбрать. Сейчас переоденусь вот в эту одежду. Ну как тебе? Не. Ну, можно взять. Хорошо. А вот этот вот. Тоже ничего такой. А этот. Тоже красивый. Тоже идет. А вот это вот. Тоже. И это тоже идет. Ой. Какая-то школьная. Для меня. Не слишком детская. Красивая. Можем взять такое. Зачем нам... Можете взять тележку. Зачем нам тележка, если есть Даша? Простите. Простите, простите, простите. Простите, я сейчас запакую. Так много здесь людей, господи. Сейчас запакуем. А зачем я сейчас запаковала? Если ну, мы все равно... Ладно, все. Ладно, пошлите уже мы наши котеньки покупать одежду. Простите. Да, наши любимые котеньки. А Соня мы ничего. А Даша мы ничего не купим. Ну разве что одну серую одежду. Так, выберу-ка я вот эту одежду. Эту одежду. Эту одежду. Зачем мне вообще сама несу? Эту одежду. Эту. Курточку я сейчас одену. А то холодно как-то. Я заболею. Это. Чтобы ей еще тяжелее было. Ну, пусть она выбирает этот тусклый костюм. Даша. Даша. Так много. Так много я не унесу точно. Ладно, сейчас домой. Дома. Так, пошлите домой разбирать подарки. Ладно, тебе повезло, что мы добрые. Моя дочка. И моя тоже. Я тебя взяла на руки, мне прям противно стало. Ну ладно, давай уже эти подарки.
что... Ой, это твою ужасно серое. Ой, спасибо вам. Моей доченьке любименькой. Вот это тоже. Так, это тоже. Простите, это тоже. И это тоже. Это на случай, если где тушить. И это тоже твой. А, не, ну это уже мой. Так. Твои, доченька. С полпенсилом. Твое все. Сейчас откроем и положим в ящик. Так. И твой. Тебе повезло, что ты меня... Тебе повезло, что ты меня уговорила, а то бы я тебе вообще бы ничего не купила. Ну давай, рассказывай вещи. А мы спать пошли. Ха-ха, дура. Ну хотя бы мне что-то купили. Ой, ну сейчас буду ставить свои. Так. Че такой большой, я даже дотягиваться не могу. Так. Сейчас скажу, поменяли. Мама, папа, что, доченька? А почему такой длинный? Я еще... Доченька, возьми деньги у нас. Возьми деньги и купи себе из любой шкафа. Убираем поп и все, вот это другое дело. Все, вот это другое дело. Так, это так, это так. Но мне надо переодеться. В это переоденусь. И мой попытик сюда. Так, а сюда я положу что-то другое. Так, возьму пакет и сейчас выброшу вместе с ним весь мусор. Унитаз. Ладно, я тоже пойду спать, без себя забирать. Вот я буду спать. Ну, такое теплое. Мне холодно. Надо ужин готовить. Они сейчас придут и будут кричать. Простите, я сейчас просто везде включу свет. Так, я здесь нету. И здесь. Подождите секундочку. Так, сейчас будем готовить ужин. Надеюсь, они не придут раньше времени. Так, что же им приготовить? А может быть им приготовить мясо с курицей? Ладно, это я сама съем. Ну слушай, может быть курицу пожарить? Все равно она очень вкусная. Потом мы переезжаем снова. Спойлер, это будет на следующей серии. Жарим, варим. Господи, зачем это все сделали? Так, надо положить все.
курица. Курица. Ох, где что-нибудь? Сейчас пойду кричать. Сейчас пойду кричать, мне что он кричит. Пошлите, пошлите. Она, наверное, пошла спать с нами и не сделала обед. Она сделала обед? Ну как? Ну ладно. Простите, я просто не успела нарезать. Ну ладно, сейчас пойдем есть. Простите. Кстати, мы скоро еще раз переезжаем. Ты знал? Да, знал, конечно. А ты, доченька, знала? Да, я знала. Уже завтра мы поедем в новый дом. Угу. Так, это так, так. Пум-пум. Я поем тортик. Я пошла есть. Расседу в компьютер. О, прикольный ролик. Типа зевнула. Я так хочу спать. А следующая серия выйдет, когда наберется целых 10 лайков.